Сергей Павлович, как ты считаешь, вот рубят дрова, когда так, не дрова, а колят чурки, у кого больше получается нарубленного? У Володи или у Никиты? У Володи. У Володи, бесспорно, это все подтверждают, и здесь, и в другой деревне. Теперь, Володя, я попрошу тебя, вот видишь, здесь кучи нету, там нету, мы свозили все туда. И вот из одной кучи только вот здесь вот, это вот я отобрал, которое нельзя подойти, 25. Внимательно пройди, ты и ты. Сначала ты пройди. Какие ты из них доколол? Вот это среди дров лежали. Это Никитина было. Так. Положи на место. Ты пальцем ткни и скажи, что ты бы закончил ее. Два. Три. Четыре. Не. Ну там пускай лежит. Четыре. Пять. Ногой наступил, это посмотри. Пять. Дальше. Шесть, да? Ты сам называй шесть. Где шесть? Шесть. Двадцать пять чурочек в дровах были заложены. Значит, тебе по силам из этих шесть штук было взять. Да. Так, пожалуйста, Владимир Александрович, пройдите. Сколько, какие вы бы из них раскололи? Дело в том, что здесь колол Никита, и я колол. Я вот он ту отбрасывал, эти отбрасывал. Какие отбрасывал? Примерно сколько ты отбросил? Ну, вот эту я отбросил. Отодвинь ее в сторону. Это я отбросил. Так, вот который ты отбросил, найди их и откинь. Вот эту отбросил. Так. Эту тоже. Так, три вот сюда все складывай. Четыре. Так, сейчас пока это без реплик. Так, Володя, сзади еще лежат три из этих трех. Посмотри, вот это четыре. Вот которые лежат, которые ты. Ты валишь в одну кучу, которые нельзя доколоть и расколоть, и крупные. Так. Которые ты не мог расколоть. Откинь в сторону. Я не помню, кто из нас колол, не колол. Который ты взялся бы колоть? Имеется в виду, взялся бы колоть из этих. Кого? Вот из этих ты, сейчас бы тебе сказали, надо колоть. Нет, я наоборот откинул, который я откидывал для того, чтобы я не могу их колоть. Так, дальше. Ну, все, я вроде бы все эти. Все. Я точно не помню. Так, сейчас посчитай теперь, сколько осталось. Вот это тоже вот, наверное. То, что я отбросил. Так, сколько осталось? Я все это вон там маленькая лежит, тоже была здесь, вот эту. Вот эту. Так, это остальные ты бы расколол, да? Кого? Вот эти. Нет. Ну, ты, а? Нет, которые я не мог расколоть, я туда. Ты отбросил, да? Теперь из этих скажи. Вот из этих. Какие бы ты расколол? Просто посчитай, никуда не убирай. Ну, как больше эксперт, это ну, согласен, если не расколоть. 50. Неправильно, 50. 50. А ты зурав. Сколько бы дом расколол? Это я тоже помню. А вот это можно и все. Хорошо, смотри, по совести. Это у меня в сапог воткнулось, схожу. Смотри, дырявый сапог. Сергей, спаси меня. О, шпага. Вот это я бы не расколол. Дальше. Я бы ее сделал. Ну, про это сложно сказать. Можно попробовать, но не знаю, получится нет. Ну, стал бы, не стал. Оставь те, которые ты оставил бы себе. Представляешь, что колоть после обеда тебе. После обеда Володь отбрасывает все. После обеда вообще тяжело. Так, не, в кучу не складывай, чтобы считать можно было. Разве? Можно, да.
полено. Вот я понимаю, работа. Смотри, нет, Сережа, сейчас не разговаривай, не отвлекайся. Ну, так, попробуй. Рядом. Можно попробовать. Вот эти две лежат вот эти. Да, вот, там вот. Можно. Ну, можно тоже. Так. Ну все, вот они. Все. Теперь сколько осталось, посчитай. 12. 12. То есть у него в два раза меньше твоего в отходы идет. Вот эти вот отдельно. Почему? Неправильно. Ты только что? Неправильно, в два раза у него меньше в отходы идет. С чего он, ради вот так? Ты оставил только 6, которые, ты же говорил 6. Да, 6 из 25. Ну да. И он из 25 тебе откинулось, а 12 осталось в два раза. 6 и 12 тут. Именно так. То есть в два раза больше, которые пошли в отход. Так вот. А они оказались здесь, в этой. То отбросили, это нищетово. Двое. Это осталось на ком? 12,6. Так давайте я снимать буду. Дело в общем, ребята. Работать вместе, я сказал, работа только вместе, потому что видно будет. Петр Первый запретил считать по бумажке, как Брежнев. Дабы дурь каждого была видна. И когда вот вы работаете, смотрите, я скажу, что вот которые пни отбросили вот это, наш отец однорукий, у него вот так под плечо не было, он бы расколол их все. Он на них как профессор, он осматривал, с юности ходили по дворам, нанимались, кололи. Он не выбирал там суховато, не суховато, притом один клин, это может быть кувалда, один топор, с одной стороны, другая щель, и они сойдутся, когда он долбит. Это искусство. Это не то, что пилой там чиркнул и прочее. Невольное искусство. Тогда бензопил не было, вольно-невольно приходилось этим искусством заниматься. Понятно, сейчас понятно. Нет такой нужды этим искусством заниматься. Сказать, что нужды нет, так нельзя говорить. Сказать, что мы не брежны. Нет, именно так и есть. Нет такой нужды этим искусством заниматься, терять время, когда есть бензопила. Она изобретена для облегчения труда. Да я не о бензопиле говорю. А я о бензопиле. Я говорю о мы эти откидывали, зная, что их проще распилить бензопилой. Чем, не надо пилить. Чем... У нас русская печь. И когда они высохнут, растопят, положить, они там будут. Беды нету. Просто на будущее будьте внимательны. Просто Андрей мне Устинов говорит, такие пни, говорит, я квадратиками, говорит, как-то пилит. Он нет, сам мы не пилим. Нам не надо пилу портить, чтобы это повдоль пилить. Она для этого не предназначена. Значит, 12 вполне могли быть. А если мы работаем не один день, это умножить надо в разы. Которые человек... признанный нами, что он лучше нас колет, он взялся бы их расколоть. А надо ли колоть? Я не настаиваю об этом, просто я говорю. Вот они, допустим, дали ведро картошки. Один начистил, одна кастрюля, а у другого две кастрюли. Почему? А потому что тот квадратами кубом рубит. А другой тоненькая-тоненькая шкурка, а в ней весь крахмал. И так в каждом деле. Какое бы ни делали. Вот сегодня до обеда выкололи, а потом пошли, там где бульдозер у нас сдвигал корни, то быстро все сделали. Пойдемте обедать. Пойдем. Я не обвиняю тебя, Никита. Нет, я просто говорю, надо быть внимательными. Лучше опыт перенимать. А ты сказал, ну нет нужды. Как нет нужды? Коля, пошли. Посмотри, сколько здесь было. Мы с Колей сюда все перенесли.